Всем привет! Сегодня снова играю в Bus Simulator Ultimate. Напишите в комментариях, надоело ли моим подписчикам или хотя бы зрителям, которые меня смотрят, надоело ли вам смотреть этот, как я играю в эту игру. Или же нет. Для начала я зайду в терминал. Терминал. Создам новую, в новой стране. Давайте Америка. Где тут? Лас-Вегас. Создать офис. Создаю офис в Лас-Вегасе. Создал. Город. А, создаем страна, Соединенные Штаты. Город. Вашингтон, давайте, будет. Улучшение. Так, далее мы создаем... Так, я далее создаю Соединенные Штаты. В городе Нью-Йорк. Я думаю, на сегодня пока хватит. Все. Прокачаем. Все, теперь можно отправляться в путь. Правда, для начала выберем автобус. Я возьму вот этот автобус Tempo Safari HD. Наверное. Хотя посмотрим еще, какие автобусы есть тут. Возьму вот этот автобус и проапгрейджу его. О, вот это топ. Вот это топ. Топ. Реально топ. Итак, я сказал, что этот автобус крутой. И это реально так, расцветка крутая вот эта вот. На нем смотрится идеально. Отвечаю, она, вот реально, посудите сами, на этом автобусе эта расцветка смотрится идеально. Я не говорю, что автобус супер-пупер крутой, так что давайте мы его красить не будем, мы и колеса мы менять, все равно какие колеса, в принципе, вот эти давайте. Но, что я хотел сказать, давайте мы его олицетворим, купим мультимедиа, Wi-Fi. В принципе, все. Сиденье купим. Все, поехали. Так, я зашел в опцию маршруты и сейчас поедем. Правда, я не забыл выбрать этот автобус почему-то. Хотя я его выбирал вроде бы. Сейчас посмотрим. Так, я нашел автобус и можно уже отправляться в путь. Так, выберите. Я выбрал автобус. Тут плохой перевод немного, поэтому не выбрать написано, выберите. Ну, неважно. Маршруты. Быстренько создаем маршрут. Лас-Вегас, Нью-Йорк. 71, так, получается. Ой, сейчас у нас сколько там времени? 18:26. Ну, давайте в 19 поедем. Такой вот средней цены билет будет. 50 евро будет. Ну, давайте 45. 45 евро будет. И общественное питание. Все. Играть. Я заработал. За продажу билетов. Все. Все. Запустился мой автобус. Вот такой он, сейчас я вам покажу его. В принципе, вы, может, видели его уже, да. Но я уже не знаю, что добавить. Вот реально расцветка крутая. Сейчас, секундочку. Ну вот, мне реально он нравится. Такой городской автобус. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, реально нравится ли вам такой автобус или нет. Именно в такой раз... Он реально крутой. Поехали.
Сейчас я сяду поудобнее и поедем. Так, все, можно отправляться. Я завожу мотор. Звук из салона звучит приятнее, чем снаружи, хотя это на любителя. Включим радио. Тут есть радио, да, кто не знал. Но лучше не надо, потому что мне кинут авторские права, жалобу на авторские права. Я уже 5 минут тут провозился, подождите секундочку, мне надо, чтобы топливо не терять, мне надо сначала сесть по-нормальному. Сейчас, секундочку, тут как-то... Мой помощник вот тут вот сидит. Так, все равно очень плохо сижу. Высоко сижу. Сейчас надо пересесть как-то, да, как-то надо уменьшить. О, топ. Я думаю, топ. Так, я запустил свой автобус, и можно поехать. Попробую сегодня с первого раза остановиться идеально, но не знаю, получится ли. Нет, не получилось, но... Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Такой автобус еще раз показываю. Камеру неудачно поставил у меня. Оно в автобус. Сейчас открываем багажник, короче. И черный ход там. Чтобы люди смогли зайти, потому что люди могут заходить, а я вам буду рассказывать. В общем, это не самый лучший автобус, но он мне нравится, он красивый. Как по мне, можете сами написать свое мнение в комментариях. Сейчас я сфоткаю его, секундочку. Все, я его сфоткал. Тут можно фотографировать, когда вы не в автобусе, а снаружи. Вы можете его фотографировать, делать скриншоты и потом просматривать фотографии. Все, продано. Короче, можно уже отправляться. Все нормально. Заводим мотор. Заднюю передачу. Закрыли все двери и можем отправляться. Выезжаем мы через ту же самую... Turn left. Налево надо повернуть. Так тут автобусы едут какие-то, поэтому надо смотреть, чтобы не врезаться никуда. Он довольно быстрый автобус этот. Конечно, есть и быстрее автобусы, но... Но все же включил АЭС, как я понимаю, это этот, я не знаю, что это, но это как бы как такая, как, не знаю, короче, что это. Это либо печка какая-то, либо еще что-то, не знаю.
Разгоняется он реально быстро. Ай, чуть не врезался. Так вот, или же это этот. Скорее всего, это этот кондиционер. Забыл, как называется. Система кондиционирования, я не знаю, АС, АЦ это или как это. Кстати, заправка, но нам не надо пока что. Но топливо он теряет реально много. Я только выехал уже почти половину бака, почти. Такой у него гудок. Еду за автобусом сзади. Главное его не главное его, в него не врезаться. Потому что если в него врезаться, это будет беда. Обгонять здесь тоже нельзя, здесь сплошная. Хотя я в других роликах обгонял, неважно. Еду стабильно за этим автобусом. Сейчас могу его обогнать. Забыл еду. Сейчас его обгоню. Затонированный, конечно, этот автобус там. Так, теперь я перед ним. Прекрасно. Смогу нормально хоть разогнаться. Подумал, что не стоит, что стоит быть в средней полосе. Оба-на. Я думаю, что сегодня будет идеальный рейс. Идеальный такой автобус. Это по Нью-Йорку я еду. О, между там что-то. Между городами Америки. Ай. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Я думал, кстати, что я проскочу. Но не получилось проскочить. Ничего страшного, там чуть-чуть совсем потертости незначительные. Я их, чтобы они были довольны, я их едой еще раз накормил, но они почему-то не, как бы не нету пометки, что они довольны. Какие-то помехи есть в звуках этого автобуса. Какие-то скрежет какой-то, такой, как, я не знаю, странно очень. С этой машиной мне, конечно, не в кайф ехать, но перестроимся уже. Опа. Отлично. Я бы вот на заправку сейчас бы заехал бы. На стоянку, а потом на заправку. Я не вижу, где тут стоянка, но. Но заправка тут вот есть.
Плата будет вычтена из корпоративного аккаунта. Окей. Все, я заправил свой автобус, и теперь можно отправляться дальше. Заводим. Небольшая потертость за рейс, это ничего страшного. Если мелкая авария какая-то. Я бы попробовал включить радио, но авторские права не хочу попасть с авторскими правами. Хотя так хочется его включить, но нельзя. Сейчас. Выезжаем. Когда я выезжал на эту дорогу, у меня я врезался чуть-чуть. И когда я выезжал, нормально все. Включим радио. Крутое радио, реально. Но я буду говорить поверх, чтобы не забанили. Ай. Небольшие помехи, потому что я... Клиенты довольны. Я просто не туда случайно поехал и врезался. Из-за радио. Ура, круто, что я так еду. Выключим радио, это пост полицейских, надо проехать, получается, его не проехать. Стоп, и когда будет езжайте, можно будет ехать. А если вы не остановитесь и просто его проедете, то у вас будет штраф там 50 евро, кажется, что-то такое. Тут работает радио, как вы слышали. Оно работает. Оно из интернета работает. Почему я так понял? Потому что без интернета пишется, что радио не работает. Dear passengers, our driver and crew will be at your service to provide a safe and comfortable travel. Голосовой подсказчик мне подсказывает, что надо на право поворачивать, я и повернул направо. Кстати, хотел сказать, что можно это, как я видел, в настройках можно отключить там голосовой помощник и так далее. Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Короче, я накормил своих пассажиров, дал им вкусняшек всяких, угощений. И я думаю, не нужно останавливаться здесь. Думаю, я успею проехать. Доехать, я думаю, успею. Хотя лучше остановиться надо было, наверное, но пока пассажиры не хотят останавливаться. Интересно, смогу ли я вообще проехать? Ай, ай-яй-яй, свой рейс нормально. Все, угощения закончились. Какой я смелый, я езжаю на встречку, а потом
со встречки выезжаю. Continue straight. Continue straight. Turn right. Все, мы приехали. Карта идентичная той, на которой я уже катался. На которой я уже катался. Еле успел остановиться. Dear passengers, we arrived at our destination. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Thank you for traveling with us. Все, я проехал. Все, я проехал, как бы. Все. Заработал я 2070 евро. Расход 1490 евро и штраф 0. И оставшиеся деньги 580 евро. Прикольно. Прекрасно. У меня отчет о маршруте 5. Отлично. Бонус 1450 евро. Отлично. Сегодня я проехал не так уж идеально, но отлично. То есть 5 из 5. Это самая высокая оценка в этом маршруте. Так что вот такой у меня был маршрут. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Не забывайте комментировать видео и ставить лайки.